Итак, в общем-то, по факту прошло всего 3 дня. Опять же, моя нетерпеливость сыграла. В общем-то, вот такие вот фары на моем автомобиле Honda Torneo. Собственно, пластик, ну, пока что еще более-менее, то есть хорошо бы его, конечно, полирнуть. И либо, не знаю, лучше всего, конечно, лаком покрыть, но это нужно делать у нормальных ребят, потому что если делать как-то непрофессионально, да, либо самому с баллончика, то это все потом слезет, весь лак. В общем-то, будут устанавливаться линзы сюда, внутрь. Это будет вырезаться здесь, вот. Все это будет убираться. В общем-то, также эти фары, достаточно плохие фары в плане регулировок. Дело в том, что изначально была проблема, получается, лишь на левой фаре, на ближнем свете, вертикальная регулировка присутствует. Что касается дальнего света и правой фары, то регулировок в принципе нету вообще. Поэтому в любом случае нужно было их разбирать и все это поправлять. То есть надеюсь, что там крепления не сломаны. Думаю, что там просто, допустим, винт регулировочный, да, вылетел со своего места. Также есть проблема у правой фары. Она у меня потеет. Вот можно, кстати, видеть. Я ничего не мыл. Я просто принес с улицы фару. Вот они, потеки. То есть где-то здесь, получается, герметик уже рассохся. И где-то есть отверстие, по-любому. Ну, просто по-другому быть не может. Особенно после мойки начинается запотевание. То есть вот, можете видеть, внутри капли воды. Так что в любом случае это все нужно было снимать. И все это нужно было вскрывать. В общем-то, далее буду все это показывать. Весь ход этого ремонта. Сейчас буду нагревать фару и вот эти крепления все отстегивать. Буду снимать пластик. Вот такая конструкция. Прогреваем. Коробка внутри фара. Строительный фен на 100 градусах. Где-то примерно минут 7-10. Греем. Потом достаем и открываем. Вот. Тут уже приготовил отвертки, стамеску. Смотря, что понадобится, короче говоря. Ну и вот так вот выглядит уже разобранная фара после того, как мы ее прогрели и отвертками поддевали все это. В общем-то, кто это все делал? Я же фары разбираю впервые. У меня были только противотуманки и пластики, получается, для противотуманок я не собирался ставить обратно, поэтому плевать было, как это было сделано, но в этом случае герметик нужно будет весь счищать, потому что будет укладываться новый, который я ранее в видео показывал. И в общем-то, да, тут много геморроя. Сейчас я буду смотреть эти крепежи, как они живые, не живые вообще, что с ними, почему они не работали. Счищать весь этот герметик, это, конечно, кошмар. Это, да, долгая работа. В общем-то, сейчас это все буду мыть, зачищать, смотреть, изучать, что как. Все это буду смотреть. Видите, отражатель уже пошел. В общем-то, уже хреново ему. Но пока что еще не осыпается. Мне кажется, на той фаре, которая потеет, правая, там уже отражатели явно будут сыпаться после разборки. Дальше буду записывать, как что продвигается. Также говорят то, что все это очищается вроде как white спиритом быстрее. Ну, не знаю, на самом деле это будет пробоваться. Все это будет прикидываться. Да, конечно, кошмар, это все нужно будет чистить, мыть. Ну, смотреть вообще, есть ли где-то дырки какие-то там, если что, их запаивать. В общем, такое себе, конечно, занятие. Долгая работа. Вот я, короче, снял отражатель. Вот, кстати, видите, прошлые владельцы как обращались с отражателем, как вставляли сюда лампы. Ну, как бы, с одной стороны, я их немного понял, потому что изначально отражатель стоит правильно, то есть вот так вот лампа вставляется, но таких ламп, не знаю, в скором времени перестали выпускать или что, и поэтому вот в таком положении лампы продавались. Не в таком положении, а вот в таком.
И поэтому здесь взяли, прорезали, скажем так, дополнительное ответвление. Что касается регулировок, то они в полном порядке, то есть я их отсоединял от отражателя и прогонял на шпильке. То есть все прекрасно ходит, получается, черная вставка, то есть с ней все нормально, с этой и вот с этой. Так что я не знаю, почему не регулировалось, все прекрасно работает. Я думал, что либо внутри резьба кончилась, то есть она слезалась, либо она вылетела, вот эта черная вставка. Но оказалось все нормально, поэтому понятия не имею. О, в таком состоянии внутренняя часть, конечно, такое себе. Все это нужно будет мыть. Раз уж это все... А, да, в общем, пластик я тоже оттер, еле кое-как, от герметика. А вот эту часть я еще даже не брался. То есть здесь, конечно, куда тяжелее все это выдрать. Ну а вот он, колпачок с отражателя ближнего света. То есть, опять же, какое здесь может быть освещение, да? Вот здесь вот, можете видеть, я всковырнул. То есть вот он блестит внутри, а это все вокруг в саже. То есть здесь вот так лампа стоит и вот отражает в эту сторону. С этой стороны уже отражает вперед. То есть освещение, конечно, никакое. Да, то есть он даже можно видеть по краям. Более блестящие. А это все в саже. Поэтому никакого отражения нету. И просто вслепую ездишь. Вот получается корпус фары. Немножко тут оттер герметик. Более-менее. То есть в принципе этого уже, можно сказать, достаточно будет для укладывания нового герметика. То есть, ну, в разы лучше уже того, что было.